Выбираем игру «Ядерная война». Стартуем. Теперь выбираем, кто играет. Я за США играю. Северная Корея. Китай. И Россия. Выбрали. Теперь каждый отмечает, кого он будет, по кому он будет наносить ядерный удар. Выбираешь. Подтверждаем. Теперь ты выбираешь. Северная Корея кого будет? США? Окей. Китай. Нет, так, США, естественно, Северную Корею. Смотрите, дальше, когда я нажму вот эту кнопку, нужно будет ждать монет. Когда прозвучит монетка, нужно как можно быстрее нажать свою кнопку. Тот, кто первый нажал кнопку, того ракета полетит и убьет того, кого он выбрал. Если кому-то из вас полетела ракета, то нужно жать второй раз на кнопку для того, чтобы отразить удар, сбить ее ракетой своей. Ну что, поехали? Меня убили. Я не успел нажать. Так, теперь, значит, меня убили. Я выбываю из игры. Теперь играют три человека. Китай, Россия и Северная Корея. А сейчас Китай выбирает, кого он будет наносить удар по кому. Подтверждаю. Теперь ты, Северная Корея, кого ты будешь? Россию? Ты что, это же друзья. Почему? Давай по Китаю. Ладно. Давайте. Ладно, давайте. Хорошо. Так, подтверждаем. И ты, Россия, Китай. Ты что, меня убили? Китай отыгрался, потому что успел сбить ракету ядерную. Так, теперь Китай снова убирает. И каждый раз интервал уменьшается, естественно. Так, подтверждаем. Северная Корея. Китай, подтверждаем. Подтверждаем. Готовьтесь, жди. Китай отыгрался, Сейчас просто быстрее это все будет происходить. Какой-то момент убьют. Ну, можешь просто так жать второй раз, чтобы сбить ракету, которая в тебя не летит. Хорошо, буду просто так жать. Выбирайте, выбирай, кого ты будешь бить. Так, подтверждай. Китай. Серьезно? Теперь старт, подтверждай. Готовы? Северную Корею убили. Не успела ты отыграться. Сбить не успела. Ядерную ракету не успела сбить. Ну все, Китай теперь против России. Тут понятно. Не, почему? Тут непонятно. Россия выжила, хотя... Китай в Россию направил ракету, но Россия выжила, потому что успела сбить ракету. Еще да, конечно. Блин, а? Выбирай. Понятно. Готово? Готово? Готово. Черт. Выиграть не Россия. О, ну ес, ну наконец-то. Все. Ну наконец-то. Остались только китайцы. Я не поняла. Остались китайцы, как в настоящей жизни.